София. Не понял, а почему? Что? Я вроде все правильно пришел. Ну да. Наверх, что ли? Это вот по поводу той бумажки, которую она тебе дала? Да. Она же тебе сказала, вот вам документ, где найти книгу. Нет, но... Видимо, где-то в башне. Ну, сейчас узнаем. Ну, судя по всему, где-то наверху что-то. Сейчас узнаем. Оп-оп. Дует прям так. Да. Чё-то ничего нет. Чё, а, где? Выше подними. Камеру. А, вон там вон что-то. Вон там, вон, ага. Еее, высота. Никола Поло спрятал у Ая Софии книгу, в которой могут быть подсказки относительно местонахождения ключей Масиафа. Угу. Найдите ее, руководствуясь символами Пола. Угу. А, вот такой знак надо найти. Нажмите. Зрение. А, орлиным чутьем. О. Не оно. А вот это? Оно. Парашют, парашют. У меня есть парашют? А я не знаю. Целых 8 штук. Главное, чтоб не сено. Сено. Кто ж тебя сюда... А-а-а! Не понял. Круто. Такого я еще не видела. Ты же вроде там планировал как-то, как положено все. Даже там орел проорал там что-то. Посторонись-ка. Че, еще разок предлагают? Да, попробуйте, говорят, еще разочек. Что-то не сработало, не получилось. Да, тяжелая и опасна жизнь ассасина. Слушай, ну теперь ты будешь бояться прыгать. Да я всегда боялся, на самом деле, да? Но вот тут моя... А Эцио в курсе вообще? Эцио? Ну, я не знаю. У него вроде всегда получалось нормально. Может, смутило то, что ты с пика с этого прыгнула, а не с подставки? Не знаю. Ну-ка давай еще разок. Так, нет. Нормально. Фух. Подрулил. А то, по-моему, не вписывался, да? Не вписывался, да. Офигеть. Первый раз у меня такое. Всегда страшно, но... Первый раз, чтобы насмерть совсем. Спиной прям. Роу. Ой. И чё это, и чё это? Ага. Умная книжка. Там ещё денежек насыпали. Ну хорошо. Видимо, тоже поныкано было. Галатская башня разблокирована. Фига, тут книжные задания появились. Mm-hmm. Я смотрю. Какие-то... Как? Ну, книги. Ну... В принципе, я предлагаю к наемникам. Я давно на них уже смотрю. Mm-hmm. Открылось. Вот, по пути сделать как раз книжечку. Ну, давай. Давай. Тоннелями, может, есть смысл как-то. Мы далеко достаточно. Ну, давай попробуем. Если тоннелем. Я сейчас тоннель вот в этот выйду. А о, тебе куда? Раз... К наемникам или обязательно через книгу надо? Хотя ты знаешь, здесь близко. Мне, ну, я думаю, что по пути книгу сначала. Ну можно, ладно. Потом, ну... Ага. Пофиг, короче. Чем, зачем? Зачем вы задаете дурацкие вопросы? Ну, что им еще делать-то? Ну вот, и мне точно так же. Что мне еще делать? Опс!
таком возрасте неплохо говорят. Да вы чё? Это еще ого-го. Да? Я тебе припомню, когда ты стонать будешь по какому-либо поводу. В таком возрасте. Уж ты. Что он делает? Физкультурой занимаюсь. Покуха. Нервничает. Ага. Опять наверх куда-нибудь, судя по расположению. Это башня, да? Ага. Вон точно, оно. Вон оно. Ничего. Найдите символы пола. А, то же самое. Угу. Ну-ка, включай свое зрение. Ассасинская? Ага. Мимо. Мимо. О, оно. Ага. Ай. Она ставит тут телег. Нормально. Или ты хотел спланировать? Я хотел на парашюте. А, вот так. Эту мы уже сами ищем. Ну хорошо. То есть это тоже что-то такое побочное теперь получается. А вот здесь-то, наверное, можно как раз и в тоннель. У нас Южный базар. Ой, Южный порт. Да. Ну, что на него нашло? Да занесло. Разогнался сильно, занесло. Ты прям настаивал. Тормоза старые не сработали. О, о! Я тебе говорил, что я тебе напомню. Ого-го, ага. А как же старые тормоза? Стоп, куда я? Я не туда иду. Не отвлекай меня. Ну да, я обратно пошел. О, бомбочки можно сделать. Отлично! Почти как по-настоящему. Как в кино. Вдруг пригодятся. Наемники, это значит драка. Там, где драка. Бомбочки. Это хорошо. Ой, ой. Она приходили. Угу. Ну вы молодцы. Надо прокачать. Стоп. Стоп. Так, а, ты все сделал, да? Да, я все сделал. Вперед! Вперед! Просто быстро так их отщелкал. Чик-чик-чик. Я их не стал пока отправлять по заданиям. Пусть отдыхают. У меня есть планы посажать их в эти. Работать заставила. В башне еще. А, ты то есть еще не решил, кого посадишь? Ну да, не решал. Плюс. Я так понимаю, если их отправляешь, то ты их посадить уже никуда не сможешь. Ну ладно, тогда попозже. Алло. А что закрыто-то? Они сами тоже так же постоянно через верх?
кто? К себе лазят. Ну, наемники. Там, может быть, сбоку где-нибудь доход еще есть. Ты чего? Ай. А ты думал, что ты, если будешь так идти нагло, он испугается, что ли? Ты же видел, я жало клинка вытаскивал постоянно. Не видел. Почему-то не хотел его убивать. Ау, почти помер. Ничего не видел. Ты ничего не видел. Хорошо. Здравствуйте. Ублюдки. Проклятые ублюдки. Я им руки оторву и использую вместо дубины. Тише, Амико. Гнев – враг благоразумию. Мрази-византийцы похитили моего сына Эцио. Чтобы достать меня, они схватили парня. Мы вернем твоего сына. Но только если будем действовать осторожно. Эвет, конечно. Веди, а я пойду следом. Я веди. Несколько наемников были схвачены и брошены за решетку. Проникните в место, где их держат в заточении, и убейте виновных. Освободите пленных наемников так, чтобы вас не заметили. Вот так вот. Бомбочки пригодятся. Стелс, стелс, стелс. Это я веди называется. Следуйте за группой наемников. Как-то они странно бегут. Приятно видеть, что она... Ну ладно. А ты что такой важный? А, черный рынок. Ну ладно. Торгуй пока. Смешные такие. А, надо было домик купить, пока они тут стоят. Вон там. В смысле, нанят автоматически. Ты мимо дома прошел. Надо было его купить. Ну, нафиг его, нафиг. Потом куплю. Это не они там? Ну, красный квадратик, да. Вон, смотри. Они охраняют там, да, наверное? А, вон, смотри. Во-во-во. Как думаешь, откуда он? Так что, я обнаружил. Все, можно убивать. А, тебя сейчас засекут, смотри. Эй, почему он? В следующий раз не хватай меня за задницу. Ну вот, блин. Какого хрена? Ага, теперь мы... Погоди, погоди. Нас еще не засекли. Видели, что вы за трусливые ублюдки? Еще раз. Покажи им. А, того тоже зарубили, что ли? Все нормально, я градстрел сделал. Он жив? Не могу сказать. Лежит тихо, как труп. Пульс вроде бы есть, но я не знаю, как сейчас ему помочь. Ну, вроде дышит. Ну, да не то, что дышит, вертится так активно. Еле бьется, но он жив. Это яд. Другого объяснения нет. Если так, его можно спасти. Нужно отнести его к лекарю. Такие умные все. А еще такие притворяются, и стоят. А ты видел, да, делали вид, что у них руки связаны? Так, опять шепчет там. Шепчет. Это же... Нет. А вообще красиво было бы, если бы ты сверху там их стянул вместе, да? Мне ж бежать надо. И потом сверху ядом накрыл всех. А, у нас на Иерусалима нападают. Сволочи. Ну как не вовремя-то, а? Не вовремя, абсолютно. Еще шепчет. Дай бог сейчас нападать, какая-нибудь фигня будет. Ой-ой-ой, там стража. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. О, отлично. Отойди. Блин, дядька, прости. Ты там не ударился? Ну, чуть-чуть головой, ничего страшного. Ты его еще можешь поносить, у него еще много делений. О, пришли. Какими Фэнди? Этого мальчика отравили. Ничего себе, мальчик. Отойдите все. Акселерат. Ну да, не девочка. Ловушка. Повтори. Опа. Тамплиеры. Они использовали меня, чтобы выманить и убить вас. За нами следили? Почти наверняка. Занимайте оборону и готовьтесь к худшему. Быстро! Давай! Согласен. Давай! Оберегайте его! Никого не пропускайте! О-о-о! Сколько вас тут? Ой, не то сделал. Вот так. Так.
Так, так, так. А что ты хочешь? Держаться! Я маскировку сделал. Да, она же ограниченная довольно-таки. Ну что? Стоять! Чё ты к нему пристал? О! В лесу раздавался топор дровосека. Чё, всё? Или ещё будет? О, ещё! Еще идут, смотри. Пусть идут. Куда же он делся? Вон он, за ним! Держаться! Да что ж такое? Умирай уже. Стоять! Вот у вас тут каша малаша. Давай бей его. Оп-оп-оп. Хитренький какой проскользнул. Просочился. Смотри там сколько моих. Ага. Всех ассасинов вызвал. Уворачивается. Вот так. Не сдавайся. Отпустите меня. Я тут ни при чем. Ну кого еще? Все или нет еще? Держаться. Еще идут. Так, где ж мы? Тут сейчас полезут, наверное. Вот их. Прет и прет. О, все хорошо. Мальчик мой, как ты? Хорошо. Я в порядке, отец. Хватит уже. Ты молодец, сынок. Я рад, что могу гордиться тобой. О, мне нужно прилечь. Выпей воды и приляг. Из-за волнения яд быстрее расходится по жилам. Тешаким Эдерим Мэцео, я в большом долгу перед тобой. Эцио такой поумничал в конце. Ага. Прикольный. Хорошо. Мне понравилось. Оружие сколько. Вот был бы это Skyrim, я бы сейчас все собрал и пошел продавать. Спылесосил бы. Да. Я бы шел очень медленно, потому что был бы перегружен. Но я бы допер это и продал. Поэтому я не хочу летсплеить Skyrim. Ну, собственно, ответил, да. Так. Ну, собственно, можно пойти ассасина посадить. Я так думаю. Такое поведение не допуст... Нормальное поведение. Был обманный маневр. С перепугу парашют потратил. Слушай, что ты вечно контору палишь, а? Не сказать. Какой ты лук. Вот это ты вообще, да. Вот это скилл. Давай его подкупим. Держи денежку. О, да мы пришли. Да вы крутые. Чё там, кандидатов ещё много? О, целых двое. Ну давай. Какие у тебя проблемы? Здравствуйте, наставник. Скажите, вам доводилось слыхать имя Лисистрата? Лисистрата. Комедия Аристофана? Не совсем. Это местная актриса, взявшая себе псевдоним в ее честь. Не слыхал. Пойдемте со мной. У нас небольшая проблема. Лисистрата. Понаблюдайте за странной женщиной на площади.
Так бы сказали, не допустите, чтобы вашему ученику был нанесен вред. А, вот так даже. Даже так. Хорошо. То есть его защищать надо будет? Может, как всем торговцам, помнишь? До нас уже доходили слухи, ну, да, выставляющие эту Лисистрату в крайне черном свете. Мы опасаемся, что именно она стоит за исчезновением многих важных людей в Империи. Но доказательств нет. Пока нет. Сегодня есть шанс. Вот она. Эй. И она не одна. Я сяду ей на хвост на улице, а вы давайте на крыше. Примечайте все подозрительно. Я на крыше, да? Хорошо. А что такие странные звуки идут? Бене. Это я оружие. А. Выбирал. Умная штука, это современная. Чего современная? Это Лисистрата. Как ругательство какое-то. Как-то ты неудачно залез на крышу. А, и там враги. По правой стороне, наверное. А. Я не хочу. Чё, по правой, все нормально. Видишь, я его убил. Так, а чё он горит-то? Чё все такие? Давай, лещи. Я как могу. 52 года все-таки. Сбывай. А, окей, у тебя сейчас упадническое настроение, да? Чё там? А, нет, все хорошо. А чё у меня горит? Глючит что-то. Что-то глючит. О-о-о, идет. Давай! Я не хочу участвовать в этом! Угораздило же меня оказаться в самой середине! А почему нам не показывают, сколько у него здоровья? Показывают. Где? Вон у него белая полоса, это здоровье. Не, ну я думала, в кубиках будет показывать, как обычно. Что такое? Справа кто-то. Вон. Не, ну нам можно палиться, в общем-то. Не, ну я тебя не спрашивала, можно ли нам палиться. О, смотри, какой подозрительный типок. Я именно про то, почему что... Почему он выделился там? Обычно... Вон, смотри. Еще один. Как так? Я же выстрелил. Че, его ударили, не попал. Да? Да, ему, по-моему, сразу попали. Куда-то там. Эх, перех проходить надо будет опять. Да. На тебе за это. Ой. О, а он на крышу залез, смотри. Я вижу, да. Внизу, рядом с чернью. Чего он там ругается? Рядом с чернью, говорит. Спустись и мучайся там, говорит. Сейчас. У нас 14 секунд, но я успею. Что за лабиринты? Ага. Бегаем. Следы путает такой. А чё ты на крышу залез? Сразу не мог, что ли? Вот-вот. Почему ты должен страдать? Почему на него вообще нападали? Такой беспалевный абсолютно. Угу. Чё ты спрыгнул? Чё, опять сейчас нападать будут? Да ладно. А чё ты спрыгнул-то? А, нет, он забрался. Упал просто, видимо. Видишь? Он тоже падает периодически. Так он молодой, неопытный. А мне 52 года. Ты опытный должен быть. И хвалишься регулярно. Я опытный, но все-таки возраст. Всего-то 52 года. Смотри, он опять слез. Он упал. И как-то хитро следит. Он живой там, я надеюсь? Вроде бегает. И что, встали? Пройди на контрольную точку. За учеником следовать, ага. Где бы мне спрыгнуть? Не вижу себя, ну. Вау! Бегу как могу. Ага. Да бегу. От кого расстояние-то большое? От ученика или от этой Лисистраты? Вот, видишь, появилась, смотри. Я вот про какие кубики говорила. А до этого не было их. Че, мы ее сейчас убивать будем? Оп, нет, не мы. Не сегодня. Не сегодня. Обломитесь все, не сегодня.
Она исчезла! Мы найдем ее, если поспешим. Надо было сразу посмотреть, как она исчезла. Так. А, то есть вот в этой зоне надо найти ее, да? Ну да. Фиг знает, где ее искать. Кто? Чиновник. Иди сюда. А, мне не надо. Баловно. Довольно большая площадь. И дом он захватывает. Угу. И площадь вокруг. Может залезть повыше, сверху посмотреть? Непонятно. Ну, то есть сверху виднее вроде как. Отстаньте. Не, я имел в виду то здание, которое отсвечивается под эту. Ну, в принципе, а какое без здание? Разницы. Там площадь подсвечивается, вон, видишь? Вот этот, ну вот этот вот, с колоннами. О, его все равно обшар. Вот оно. А. Ну, отлично. Удачно залез. Так, стоп, а куда? А что это? О. Трупы, что ли? Простите, наставник. Атака была преждевременной. Расстояние большое. Мандечка. Она не должна была уйти. Век живи, век учись. Усвой этот урок и очисти свой разум. У нас будет другой шанс. Ну нифига себе. Ага. И перепроходить еще. Ага. Печалька. Крепись. Это в 52 года. Ага. Прошайте прям в руки к ним. Все, я буду тут сидеть.